привет всем подписчикам и зрителям нашего канала. Ребята, привет! С вами снова яхта Даниила и наш видеодневник. У нас прошла еще одна неделя без моря, но мы держимся. В прошлом ролике я занимался мотором, но случился небольшой казус. Когда я снимал теплообменник, то слегка задел масляный фильтр. Я думал, что ничего серьезного. Поставил все на место и стал заводить мотор. Но, ребят, случилась гансокатастрофа. Корпус фильтра оказался чуть толще бумаги. И масло хорошим таким фонтаном полилось в моторный отсек. От вида этого дерьма я потерял дар речи и теперь даже жалею, что не снял все это на камеру. Ну да ладно, жизнь идет своим чередом. Бардак я почистил, купил новый фильтр и заодно решил поменять масло. Пока я занимаюсь с мотором, посмотрите, как прошла наша неделя. Еще одна неделя из жизни на яхте. Кстати, на карантине у нас включился режим суперэкономии. В апреле наш бюджет составил всего 220 евро, из которых 20 евро – это интернет, и 70 евро – это сигареты. Но потом мы курить бросили, но это не точно. Вот. А рыбалка из разряда хобби переросла, ну, в добычу еды. Блин, как мне эта рыба надоела, я мясо хочу. Как выжить в Черногории на 100 евро? Научиться ловить рыбу. Идет работник золотой рыболов, любитель. Капитан с вечерней зорьки вернулся. Сегодня у меня вообще самый большой лов. Крупная. Вау, она в тарелку не поместится. Сейчас. Таких две. Ого-го. Ну, завтра будет знатная похлебка. Нифига себе, чешуя разлетается. Блин, все в меня. Утром мы сходили один час, покопали рачков. И вот часа два я, наверное, посидел вечером. Сколько здесь килограмм? Полтора, наверное, рыбы есть. На два раза, на два обеда. Так и живем. Сегодня у нас постирочный день. Девочки, не соглашайтесь на яхту без стиральной машины. Иначе будете, как я, стирать на руках. На самом деле, обычно белье мы отвозим в прачечную, но сейчас у нас карантин в Черногории. Как так? Санитека групп строит причал. Марина новая, бывшая бродишта. Теперь она называется аэропорт. Уже поднимают катера, лодки. На антифоулинг отсыпают площадку. Цена такая же, как у нас. На этот сезон, наверное, самая дешевая. Прическу поправили, отдышались, давай водички попьем. Ну, умаялись. Хочется пить сексуально, чтобы водичка текла. Да. Прямо вот здесь вот. Ну, конечно. Она текла, но не туда. Ну, давай еще обливайся. У нас открыли автомагазины. Мы купили фильтры. В магазины ходим только в масках. А мы тут встретились и, скажем так, на неправильном расстоянии общаемся без масок. Но у нас они есть. Маска. У нас велосипедная прогулка. Сегодня первый день, как после карантина открылись туристические агентства, организация, все госучреждения. И вот мы приехали продлевать себе визу. Чем мы продлеваем? В Порто Монтенегро, в Капитанере, но сейчас там пока еще закрыто. Мы вот в центре Тивота. Ну что, нам продлили по 18 мая. 18 мая. Дышать невозможно в маске. Что нам делаем?
продлили по 18 мая. Почему до 18? Ну, потому что 18 мая будут изменения, опять послабления какие-то, что-то такое. Возможно, откроют границу. Ну, мы надеемся на это. Конечно, этого не будет, но мечтать не вредно. Вредно мечтать, как говорится, а мы мечтаем. Очень непривычно видеть набережную Тене такой пустынной. Я в шоке. Звезда в шоке. Звезда в шоке, да. Черная жемчужина с самого начала карантина стоит здесь. Один из крутых самых парусников в мире, который действительно ходит под парусами, выжимает ветер. Построен в Голландии. Сначала мы так на нее посматривали и хихикали, но вот уже 2 месяца она стоит здесь, никуда не трогается. Ну и, собственно, и нас только недавно выпустили гулять по городу. За этим парком начинается пригород Тивата Дони Ласпа. Дони — это значит нижняя. Ласло, ласточка. Здесь мы жили с Ириной 2 года. 2 года мы здесь снимали квартиру, прежде чем переехать на лодку. На мой взгляд, это вот вообще одно из самых лучших мест в Тивате. Это променад, залив слева. Это вот исторический, если можно так назвать, центр Дони Ласло. По поводу цен на топливо в Черногории, в очередной раз топливо подешевело. Солярка стоит 89 центов и 95-й бензин 98 центов. Такого я еще ни разу здесь не видел. На нашем причале пополнение. Сезон открывается. Еще одна лодочка пришла к нам на причал. Будет весело. Это как раз та лодка, про которую я снимал обзор. Хаусбот с баней. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Пойдем принимать швартово. Давай, это Коля. Привет. Привет. Нам на огонек заглянул наш харбормастер. Младен. Привет. Привет, привет. Смотрим, как работа майстер, то хорошо, красиво, все, что любило. Молодец. Масло в Перкинсе меняется достаточно легко. Здесь установлена стационарная помпа, которая откачивает масло из поддона, и проблем с этим вообще никаких. Второй шаг при замене масла — это открутить масляный фильтр. У меня есть такой вот лайт вариант, съемничек, но он, как правило, не помогает. Тогда у меня есть вариант Б, такой хороший газовый ключ. Он мне еще вручал в те времена, когда я работал на грузовике. В общем, у фильтра ни одного шанса. Вуаля, наш новый фильтр. Помазали его маслицем и закручиваем от руки. Кстати, фильтр я покупаю в автомагазине, стоит 4 евро 20 центов. Ура, ура! Ребят, спасибо вам огромное за просмотры, за комментарии. За 3 месяца наш канал нам принес 100 долларов. И сегодня мы вот с Ютуба сняли эти деньги, затарились. Купили аж 3 сумки, и до такой степени, что не можем их вести на плечах в рюкзаках. Везем на велосипедах. Да, голодные дорвались до магазина. Теперь у нас не только рыбное меню. У нас будет мясо. До новых встреч. Увидимся через неделю. Пока-пока. Ай!